За последнюю неделю цены на автозаправочных станциях «Лукойл» снизились на 50 копеек. Теперь литр бензина «Экто-92» стоит 31 рубль 85 копеек. Литр «Экто-95» стоит 35 рублей 10 копеек. Цены на дизельное топливо, за литр которого автовладельцам придется выложить 34 рубля 55 копеек, остались прежними. На автозаправочных станциях «Башнефть» розница также продолжается падение цен. Так, литр 92-го стоит здесь 31 рубль 20 копеек, а 95-го 34 рубля 80 копеек.